ВАП рассказали о предстоящем визите Меркель. Немецкий канцлер приедет в Киев второй раз за 4 года. Меркель обсудит с Порошенко ряд вопросов. Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 1 ноября, проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте главы государства во вторник, 30 октября. Во время переговоров внимание будет уделено ситуации на Донбассе, в Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе. Отмечается, что Порошенко и Меркель скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей. Кроме того, планируется обсудить вопрос европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности. Также в ходе переговоров пойдет речь об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией, а также об усилении практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине, сообщается на сайте украинского президента. Отметим, о визите Меркель стало известно еще в конце лета, но дата приезда ранее не называлась. Последний раз Меркель приезжала в Киев в феврале 2015 года, накануне заключения вторых Минских соглашений. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.